Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Лада Гранта в белом цвете 2023 года выпуска. На бензиновом двигателе объемом 1,6 литров, мощностью 90 лошадиных сил. Механическая коробка передач, передний привод. Автомобиль на хорошей резине, имеются повторители в зеркалах. Пробег автомобиля 11 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, ткань. Имеется хорошая музыка, стандартная печка. Корректор фар, электрорегулировка зеркал, два стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 77, 97, 106, 97, 105, 112, 96, 81, 89, 105, 96. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.